Котенка закрутило в двигателе автомобиля. Израненное животное нашли дети возле одного из домов Челябинска. Вот он какой красивый чертенок. Вот он такой красивый чертеночек. После этого животное передали зоозащитникам. Раны просто ужасные, лапка сломана. Как рассказали защитники четвероногих, первую помощь бедняге, возможно, оказали неправильно. Ведь дренажа для оттока гноя из раны не было, и лапа просто висела. Да, а у него почему не стоит этот катетер? Не поставили, чтобы гной отходил. Теперь зоозащитники готовят малыша для перевоза в другую клинику, ведь котенок может погибнуть.